Тому я оказался дальше. Для того, чтобы понять, что вы делаете, чтобы разуметь, что делают сотрудники милиции, что они совершают преступление, я вам скажу, что вы нас поместили не в камеру, а в туалет. И в этом туалете вы заставляете нас принимать ежу, спать. И это есть уже преступление против человечности. Потому что вы даже не преступников, а просто людей, которые находятся под подозрением, каких суд еще не признал преступниками. Вы их уже поместили в туалет, заставляете их там спать, заставляете их там есть. Вот. И даете не ежу, а помой. Это преступление. И это преступление доказывается еще тем, что специально для СИЗО, для колонии, готовится специальный хлеб. Вы такого хлеба в магазине нигде не побачите. То есть специальный хлеб больше за 60, за 70 километров. Мне вельми не хотелось, как сбылись слова господина Лукашенко, який советовал всем громадянам Беларуси есть на вечерю рыбу. Не дай Бог, чтобы громадянам Беларуси пришлось есть на вечеру ту рыбу, якую дают в СИЗО, в колонии. Не дай Бог. И тому я кажу, что как сотрудники СИЗО поняли, что они робят преступления больше значные, чем те люди, которые находятся там, я вышел на кошелек в эту надпись. Называйте вещи своими именами. И это касается и спектакля выбора. Нас не выбрали на спектакль. И называть нужно вещи своими именами. Это становится все понятно.